В Иране проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 40-й годовщине Исламской революции. 22 число месяца Бахман по иранскому календарю, которое в этом году выпало на 11 февраля, считается датой окончательной победы Исламской революции над правлением монарха, которого поддерживали США. В демонстрациях по всей стране приняли участие сотни тысяч иранцев. Во время выступления на главной площади столицы президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит наращивать свою военную мощь и работать над ракетной программой. По его словам, на это Ирану не нужно разрешение, а попытки США изолировать Иран не обернутся успехом. В свою очередь, иранский военачальник, заместитель командующего корпусом стражи Исламской революции Хосейн Салами заявил, что Тегеран не станет выводить свои силы из региона и уйти должны США.